Всем привет! Вы на канале Няша Геймс, и мы продолжаем прокачивать игру Titan Quest. Для того, чтобы победить призраков в катакомбах и очистить их, нам необходимо получить как можно больший уровень. В принципе, чем мы сейчас и занимаемся. О, выпало золото. Давайте его сберем. У нас, кстати, сейчас 17 уровень. Я думаю, чтобы победить, нам нужен хотя бы 22. Я сошел с ума от страха, но то, что он говорит... Потому что говорили, давайте же мы продадим. Здравствуй, у меня лучшие товары. А, мы ничего не собирали. Лучше ты всего хорошего. Я очень хотел бы знать, почему они... Так, ладно, давайте пробежимся, может, тут можно выйти за пределы. Знания достигаются дорогой ценой. У нас, кстати, сила леса так более попрокачнее, чем сила земли. Огненный круг. Да будет так. Камень портала. Как и в случае с обычным порталом, щелкните по нему, чтобы открыть. Так, пункт назначения. Давайте отправимся. Так, мы сейчас в финал. Давайте отправимся, может быть, в Мегар. Так, отлично. Ну, а теперь можно бежать и искать себе побольше врагов. Давайте позабираем какие-нибудь предметы здесь. Я думаю, они нам тоже будут не лишними. Так, куда-то маги. Причем маги довольно-таки неплохая. Так, вторые битвы. За костюмчик интересно мы нашли. Так, 20 защиты, у нас 35 защиты. Так, у нас 17-30 урона на копье, а тут посох 16 единиц урон от огня. Ну, думаю, нам если что-то и брать, то может быть что-то связанное с молниями или со льдом. Хотя может наоборот, огненный посох был бы крут против призрака, у которого что там у него, ледяной или молнии. Так, давайте, в общем, заберем. Так, а я что-то его и не вижу уже. Ладно, давайте заберем другие предметы. Стоп, мы же его и так забрали, этот огненный посох. Да, это было тупо. Ну, да ладно. Так, давайте бежать дальше. Нам очень мало опыта дается. Так, мы, кстати, нашли героя. Это очень круто. Ой, вот надо было нам умереть.
Интересно, где мы сейчас появимся? Так, Мегара. Давайте бежать быстренько к тому герою. За него, кстати, много опыта мы должны получить. Ты не можешь поднять больше. О, круто. Герой убит. Интересно, когда он появится снова? Пиратский лес. Давайте посражаемся с этими пауками. Тут, кстати, здесь должна быть пещера, где тоже есть герой пауков. И, в принципе, за героев нам дает больше всего опыта. Так что было бы неплохо найти эту пещеру. А здесь, походу, должен быть циклоп. Интересно, насколько быстро мы с ним справимся, если он тут есть. Ты не можешь поднять больше. Провалить. Давайте захилимся. Ай, неудачно захилились, только что. Почти его добили. Если бы мы не были настолько напористы, то, в принципе, было бы все очень-очень круто. Ну, в принципе, здесь недалеко бежать. Еще и золото можно по дороге пособирать. Так, а в какую сторону мы? Так, ну и если тут есть эти вот скелетоны, старые лесим, значит мы были в другой стороне. Давайте немножко вернемся назад и победим того циклопа. Неудачно только что. Но добить его все-таки нужно. Так, бежим. Куда-то мы не туда забежали, потому что здесь есть Гарпий.
Ну, в принципе, где-то тут должен быть мост. Так, теперь давайте не будем близко подходить к этому циклопу. Опыт. Высасываешь. Ты не можешь поднять больше. Давайте чем-нибудь выкинем. О, железная булава. 15-31 урон. В принципе, тоже неплохо. Давайте булаву себе возьмем. Так, ну с копьем у нас средний урон выше, чем с булавой. Потому что у копья у нас скорость больше. Ладно, давайте оставим. О! 21-36 урон. Берем. Все. Уже нам копье не нужно. Так, ну давайте теперь побежим в старый Элевсин. Там, в принципе, тоже можно опыта подзарабатывать немножко. Ну, кстати, довольно-таки неплохо там можно заработать опыта. Потому что скелетоны довольно-таки сильные. Тут, по-моему, кстати, тоже должен быть какой-то юрмик. Бежим сюда, теперь сюда. Нет, знаете, мне что-то тут не очень нравится. Давайте вернемся лучше назад. А, нет. Вот с тобой-то можно хоть сражаться. Нет, за него тоже дали мало урона. Ты не можешь поднять больше. Ну, в общем, давайте мы будем прокачиваться. Ну, а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. И пишите, кстати, в комментариях, до какого левела следует прокачаться, чтобы победить призрака. Всем пока.